трем подписчикам и гостям. Я Джетли, и сегодня я начинаю, открываю, скажем так, конкурс на голову вот этой вот, на вот эту вот прекрасную голову кукляхи. Как она хорошо на видео-то видна. На фотках так хорошо не видна. Вот. И, собственно, правила будут очень и очень простыми. Правила будут написаны все, ну, опять же, продублированы в посте на стене с этим видеороликом на стене в группе. Вы должны быть подписаны на меня, на мой канал и на мою группу. И мы будем выбирать победителя, когда наберется хотя бы 50 человек участник. И будем выбирать с помощью рандомных чисел. Потому что в прошлый раз, когда я устраивала соревнования на конкурс талантов, типа, у кого, кто красивее нарисует куколку в ее обличии. Ну, там, короче, получилась нехорошая история, хотя я отправила победителю его приз. Поэтому я очень-очень-очень-очень надеюсь на вас, на ваше понимание, на вашу адекватность. Есть только одно но. Пересылку приза тот, кто выиграл, победитель, оплачивает сам. Ну вот, как-то так. Я думаю, ребята, это несложно. Это сделать можно. У вас есть друзья, вы можете показать им это видео, если они увлекаются куклами. Может быть, они тоже поучаствуют. Вот, а сейчас я с вами все-таки прощаюсь. И надеюсь, что у нас с вами скоро все-все-все получится.